Александр Зайцев, русский химик-органик, корреспондент Петербургской академии наук, родился 2 июля 1841 года в Казани. После окончания Казанского университета в 1862 году он 3 года работал в лабораториях Кольбе и Вюрца. В 1871 году после защиты докторской диссертации Александр Михайлович был утвержден ординарным профессором Казанского университета. Ученик знаменитого ученого Александра Михайловича Бутлерова Зайцев посвятил органической химии всю свою деятельность, являясь прямым продолжателем Бутлерова. Им опубликовано 38 исследований, более сотни выполнены его многочисленными учениками совместно с ним или под его руководством. Разработанные Зайцевым и его учениками методы синтеза при помощи галоген-цинкорганических соединений позволили получить большое число предельных и непредельных спиртов и их производных. В научной библиотеке Казанского университета имени Николая Ивановича Лобачевского нам предоставили 2 научные работы Александра Зайцева. Это диссертации. Первая диссертация называется «О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двуатомной серы». Оно было написано в Казани в 1867 году. Вторая же диссертация имеет название «Диамидосалициловая кислота и некоторые ее соединения с кислотами». Данное произведение было написано в августе 1864 года в Марбурге. В 1862 году он окончил университетский курс с правом подачи диссертации на степень кандидата и на свой счет отправился в длительную научную командировку за границу. Он работал в Марбурге в лаборатории известного химика Кольбе, где выполнил ту самую работу о диамидосалициловой кислоте. Там же Александр Зайцев начал большую экспериментальную работу об окислении тиэфиров. В 1867 году Зайцев защитил степень магистра химии, диссертацию, которая называется «О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двуатомной серы». Через 2 года Зайцев был утвержден доцентом и в 1870 году был утвержден экстраординарным, а через год ординарным профессором по кафедре органической химии и занимал эту должность до конца своих дней. Помимо своих научных трудов, Зайцев воспитал много известных ученых-химиков. Среди них Вагнер, братья Реформаторские, Арбузов, Канонников и многие другие известные ученые-химики. Скончался Александр Михайлович Зайцев 1 сентября 1910 года в Казани. Амир Ахтямов, Никита Акиньшин, Универньюз.